Привет, привет. По-моему, первое видео не записалось, поэтому... Ой, снова привет. Эми, что ты все бомбишь? Мы проснулись, Сережа, правда, еще спит, потому что вчера он лег опять-таки же часа в 4, и, не знаю, ему все равно, что я прошу его ложиться пораньше. Он все равно этого не делает. Вот хоть... Папа, да, папа твой. Ай-яй-яй. Поэтому... Мама. Мама. Вот так. Не знаю, может, у кого-то тоже так мужья ложатся ночью поздно. Но у моих знакомых такого нет. Опять. Эй, нет. Ой, как она любит это делать, а? Вытряхать все вот это вот. Ай-яй-яй. Теперь давай собирать. Три... Нет, нет. Стой. 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 А что мама убирает? Пусть Эми убирает. Эми, давай. Типа. Надо тебя подвинуть. Оп. Чтоб ты не упала. И собирай, пожалуйста, вот это вот ай-яй-яй все в корзинку. Ты молодец. Ой, молодец. Давай. 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 Эми, ты будешь кашу? Да? Нет? Вот у нас тут ягодки. Тут у нас кашка. Милька, будешь кушать кашку? На. Ням-ням. Давай тебе сразу дам витамин D. Эмили покушала. Начала кидаться камерой. У нас сегодня женская консультация примерно в 7 с чем-то там, да? Во сколько? Ну да, где-то 7:20. Милька успокоилась, что-то у нее сегодня не очень настроение, не знаю. Что-то все хочет, то телефон, то еще что-то. То, что особо ей нельзя, не капризничает, поэтому. Сережа уехал встречать мою маму с бабушкой, так как они... помогут нам посидеть с малышкой. Маме, чтобы не было скучно, навела бабушку. Вот. А малышка должна остаться с мамой, потому что мы едем к врачу. И у нас в 7 прием, поэтому малышка уже около 8, в принципе, 8:30 укладывается спать. И неизвестно, сколько мы там будем торчать. И эти пробки, ну, в общем... Ой-ё, камера сломалась, стекло. Капец, это ещё Серёжа не видел, мне кажется. Ёптать. Мы приехали с поликлиники уже 10 часов. Вот только что приехали буквально. И маму с бабушкой Серёжа повёз домой. Потому что уже автобусы, мне кажется, не ходят. Они решили, что лучше так. Вот. Здесь у нас цветочек, который малышка сломала. Он дал корешочки. Вон там корешочки. Очень классно, посадим. Вот, слава богу, что на скрининге все в порядке, дай бог, вот, поэтому вот так. Туалетный, надеюсь, мы когда-нибудь сделаем собаке прививку, и она у нас сможет ходить в туалет на улицу, а не вот сюда вот, на ковер. А еще мы малышке купили специальную такую таблеточку антискользящую, чтобы она не сидела, там стояла. В общем, она не падает, и все супер на ней. Эмили вообще, кстати, на нас не реагирует. Мы приехали, она что-то вообще полный игнор. Самая такая самостоятельная, такая взрослая.